У нас сегодня небольшой вьетнамский девичник в ресторане. Вот. Здесь очень, здесь принято, что женщины иногда отмечают какие-то события отдельно от мужчин, мужчины отмечают какие-то события отдельно от женщин, ну и уже большие праздники, конечно, все вместе. Но очень часто даже на празднике мужчины сидят за отдельным столом, женщины за отдельным. Вот сегодня у нас чисто женский вечер в маленьком вьетнамском ресторане. Вот, по случаю дня рождения мадам Хай. Ну, день рождения был вчера, но мы сегодня немножко отмечаем. Чукман синьяп. Come on. Вот, мы сегодня будем есть вьетнамскую еду. Очень хороший такой ресторанчик. Вот, но я про нее потом расскажу подробнее. А, конечно. Еще.